Він ніколи не відрізнявся фізичною силою. Діти повоєнних років не могли похвалитись богатирським здоров'ям. Довідка від лікаря забороняла навіть елементарні заняття фізкультурою. Але хіба могло це стримати юнака? Сильний характер та цілеспрямованість допомогли здолати усе та довести, що і він може стати чемпіоном. Хотілося страшно займатися плаванням. Но когда пришел в секцию, мне уже сказали, ну, переросток уже в таком возрасте в плавании начинать поздно. Все равно тянуло к воде, и мне очень нравилось, потому что я помню там детские времена, когда с отцом приходили на залив, катались на лодке. Ну, пришел заниматься в секцию на Матвеевский залив, помню, в августе месяце это было. Ну и тренер посмотрел на меня с таким скептическим видом, потому что я совсем не спортивного был плана. Он говорит, хорошо, иди на бон, я у тебя приму плавание. Но так как он махнул в сторону реки, то я решил, что это где-то там что-то. Ну, тем более плавание, значит, в воде надо. Я куда-то пошел, а тренер поехал куда-то. И пришлось ожидать его, час ожидаю, два ожидаю. Сам уже наплавался. И вот помню момент, я выхожу из воды, у меня аж коленки подгибаются, ну, наплавался, накупался, аж как положено пацанам. И вдруг подъезжает он, а ты где был? Я же тебе сказал идти на бон. Ну, бон оказался, это просто плот причальный, откуда лодки причаливают, на тренировку уезжают. Ну, давай, плыви. Ну и, конечно же, я упал в эту воду, я уже не прыгнул, я упал в эту воду, доплыл до определенного места, назад. Я уже не то что доплывал, уже всеми способами, там и собачкой, и чем только мог, только один нос, наверное, только доплыл уже до этого финиша, выбрал. Он говорит, ну ладно уже, начинай заниматься. И вот с тех пор ни одного дня не пропустил ни одной тренировки, до тех пор, пока не закончил занятие спортом. Вот он как раз и вот это место, где сдавал плавание, потом превратился уже в профессионального спортсмена. Нет, конечно, все было не так. Здесь тогда сначала вообще здесь ничего не было, кроме деревянного эллинга. Но тогда жили в палатках и радовались. С Татьяной тогда здесь бегали по этим кустам. Здесь стоял корабль, на котором была кухня наша, столовая, да, ну, собственно говоря, но с другой стороны, это хоть и условий никаких, но зато это было то, наверное, место, где мы превращались из вообще никого, в прямом смысле из никого, в хорошо подготовленных спортсменов. Первые соревнования в жизни, это вот здесь, был как раз, вон створ стоит, вон, видите, вот треугольничек на той стороне. И вот это вот был старт вот здесь, где как раз в районе синего плота на 500 метров. И вот в районе, вот здесь синий домик, вот тут вот так вот, там проходил финиш. Это был, это первая наша дистанция, на которой мы на чемпионате города стартанули. Вот доехали туда, потом знаменитый тренер Ковган, который до сих пор тренирует и обладает очень мощным голосом, как крикнул «поддайте», мы так и поддались, с левой стороны вправо вывалились. А перед этим такие мысли яркие, там красные, жетончик, первый раз соревнуешься, уже чемпион города, ну и все. В будущем уже точно знал, пока не финишируешь, никаких медалей даже и в помыслах не должно быть. Одно из таких ярких было впечатлений. Тренировались. В общем, я сел в лодку и еду вдоль Днепра. Здесь мы, весна, как раз вышли очень рано, только лед сошел. Еще даже некоторые льдинки плыли так, небольшие по Днепру, поднялись сюда к Чертарою. Ну, с этой стороны ветер, холодно, а с другой стороны Днепра, мне показалось, что там ветра нету, значит, все прекрасно. Это как раз выше железнодорожного моста уже было. Я поворачиваюсь и поперек Днепра переезжаю через Днепр. Не знаю, откуда взялся буксир,
проехал, волна огромная, перевернулся. И вот я там вынырнул, и первое, глянул на берег, на дальний. Ну, думаю, все, я к нему не доплыву. Ну, ледяная вода, то еще лед плывет, то есть это совсем, то есть, как, на берегах нет еще на воде никого, еще навигация не началась. Вот это тот момент, когда, как говорят, вот у человека пробегает вся жизнь. Вот вся биография мгновенно, в одну секунду пробежала перед глазами. Ну и шансов выплыть уже никаких нету оттуда. Я понял, ледяная вода начинает сковывать. И вдруг я смотрю, прямо на меня едут мои одноклассники. Они занимались академической греблей. Откуда они взялись, я их не видел. Они едут в такой маленькой академической лодочке, узенькой, и прямо на меня. Я их зову, а воздух не идет, и звука нет, и вдруг они меня увидели. Я даже не помню как, но я умудрился вскочить к ним в лодку из воды, сложить свое весло к ним в лодку, и свою держу уже за нос. И тут у меня прорвался голос, и кричу быстрее к берегу, потому что лодка рассчитана на двоих, а я третий, она у них тоже начала тонуть. Короче говоря, метров за три до берега утонули все, но это уже было 3 метра от берега. Это было где-то в марте месяце. Можете себе представить, футболочки эти трикотажные, 4-рублевые эти костюмы. Тут же их выкрутили на ветру, одели. Думаю, как же приехать так, чтобы тренер не увидел, что я мокрый, что я перевернулся, чтобы ему не говорить. Кілька років виснажливих тренувань. І ось вона, заповітна мрія спортсмена. В Мехіко 68-го радянські веслувальники приїхали фаворитами. У складі четвірки байдарочників виступав і Юрій Стеценко. Ні у кого не було навіть найменших сумнівів щодо перемоги радянського квартету. Але перед одним із заїздів на човні лідерів підрізали троси кермового управління, змусивши таким чином достроково завершити змагання. Юрій не здався і через 4 роки знову виступав на Олімпіаді. У Мюнхені теж було нелегко. Сумнозвісні події з розстрілом збірної Ізраїля залишили слід у душах всіх учасників тих змагань. Попри все, потрібно було виступати. Байдарочники довели, що вони кращі. І наш герой все ж таки привіз додому найвищу спортивну нагороду. Олімпійська медаль 72-го року. Вона, звісно ж, для мене найбільш весома і вирішуюча. Ну, якщо це якби завершаюча кар'єру, то Олімпіада, спортивную карьеру, то вот эта медаль, вот она тут, это медаль чемпиона мира. Это первая медаль, в 66-м году еще выиграл. Вот такая она. Это было ключевое начало большой спортивной карьеры, всех достижений, которые потом были. Ну, вот это она, конечно, такая важная для меня медаль. Очень памятная, может быть, наибольшую рану принесшая мне, это фактически вот огрызок медали. Я почему называю огрызок медали, что тот трос, который был у нас перекушен на Олимпиаде в Мексике, вот это вместо золотой медали, которую все рассчитывали, и мы тоже. Ну вот получилась такая память. Но с точки зрения памяти она ничуть не слабее всех остальных. А, как говорится, царапина, наверное, самая глубокая. Бесконечное количество атрибутов, которые каждый из них для меня какое-то событие, конечно, но не такие острые, как те, о которых я вот сейчас сказал. Хотя, конечно, для меня это тоже все очень важно. Я знала, какой это труд, я знала, сколько это всего, и отказов по молодости это вообще было много запретов, много таких вещей, которые, почему все могут, а мы не можем. А мы не можем. И когда за этим следовала победа, это, конечно, была эйфория. Ох! А когда это было поражение, то, конечно, это было очень непросто. Но эксцессов у нас это никогда не вызывало. В Олімпійській 72-й Юрію Стеценку виповнилося 27 років. Він вже завоював усі можливі чемпіонські титули. Мав дружину і дворічного сина. Настав час запланованої трагедії, як говорить наш герой – залишити спорт. Але виявилося, що знайти себе у новому житті, навіть олімпійському чемпіону, не так вже й просто. Юрій впорався з усіма труднощами і знову переміг. Цей акваріум – наче згадка про час, проведений на Дніпрі, наодинці з природою, чистим повітрям і мріями бути найшвидшим.
Это самая настоящая, такая живая картина. У них характер у этих рыбок, они там свои поведение. К сожалению, вот сейчас наши четыре главных героя, они самые большие и самые трусливые. Они все тут же, кажется, и прятаться негде, но они умудряются находить такие места, что их вот мы смотрим и сразу и не увидим. А тут четыре больших рыбины, которые должны были бы составлять самый главный фон, но они выплывают только в спокойной обстановке, когда тишина, и вот они убедятся в том, что никого нету, как будто бы туда кто-то забираться хочет. Но тогда они уже тут показывают свои возможности. Так, пока начинаешь наблюдать за их поведением, за всем, все проблемы, которые тебя там могут сопровождать в течение дня, они как уходят на какое-то, не то что второе, куда-то там на третий, на четвертый план, вообще исчезает. Без твоего понимания это самая лучшая форма релаксации и восстановления, снятия всех этих стрессовых реакций, которые были. Ну и поэтому, наверное, это одно из самых любимых таких мест. Потому что очень приятно просто. Живая природа, тут прямо рядышком. Окошко в мир. Ну, вот хвост. Вот хвост, да? А давай посмотрим, что там. Пока перед что самое интересное? Значит, это здесь живет рыба. Рыба огромная. Вот тоже большой. Там живет. Мы потом туда заплывали, там. Життя Юрія Стеценка – це багато етапів, кожен з яких він порівнює зі смертю і новим народженням. Спочатку навчання в аспірантурі і викладання в Київському інституті фізкультури. Потім – робота завідувачем кафедри та парторгом з усіма її бюрократичними наслідками. І нарешті – перебудова. І знову пошук себе і нових можливостей. Далеко не всі витримують такий ритм життя. Але Юрій не вміє програвати. Тим більше, коли поруч є людина, яка завжди підтримує, надихає і підштовхує до нових звершень. Я с Татьяной три раза знакомился. Один раз, когда были совсем в детской спортивной школе, она тоже занималась плаванием, только в другой секции. И во время дежурства по столовой, там тогда это называлось обязательно, моя старшая коллега, значит, попросила, чтобы я ее на посудном подносе спустила вниз. А жили на старых дебаркадерах. Ну, вместе с посудой я ее не удержала. Значит, она летела в одну сторону, это все на нее летело, я летела в другую сторону. И я на неделю стала, так сказать, звездой лагеря. Все бегали, на меня смотрели. Вот, Стеценко тоже бегала, на меня смотрела. Какая-то «Шкода» там бегала, но обратил внимание. У нас был сбор на Матвеевском, опять-таки, заливе, где тренировались тогда пловцы. И вдруг все заволновались, начальники военные приехали. Будет встреча с чемпионами мира. Возвращаются. И какая-то там звезда Стеценко, Юрий, все бегают, кричат. Ну, и нам показали такого красавчика по тем временам. Джинсы, такая замшевая куртка. И все кричали: о, это же Стеценко, Стеценко. Самый молодой был чемпион мира. Ну, я тоже бегала, смотрела. Это второе было знакомство. Ну, и уже третий раз, когда встретились, тут уже, как говорится, судьба. Мы встретились на диспансерном обследовании в республиканском диспансере. А потом, когда выходили, оказалось, что мы выходили тоже вместе. Вот пока шли до «Динамо» и туда на транспорт, уже как бы так более обстоятельно разбеседовались. Влюбился, как положено. И проявлял настойчивость. К моему величайшему удивлению, на следующий день, после моей вечерней тренировки, красавец Стеценко стал здоровым букетом роз и с огромной коробкой шоколадных конфет. Потому что по дороге я, видно, рассказала, что большая сладкоежка и конфеты, и шоколадные с ликером – это моя маленькая слабость. И вот так вот, наверное, пару недель каждый вечер была сладкая жизнь. Потом Юра уехал на сборы. Ну, а потом уже приехал. И там письма. Тогда же писали, раньше не было компьютеров всяких, все. Ну, вот уже такой был роман, капитально раскрутившийся. Понятно, преодолевал определенное сопротивление. Может быть, оно было умышленное, а может быть, неумышленное, я не знаю, но, по крайней мере, я его преодолевал и, видимо, преодолел, раз мы живем теперь вместе. У меня был как бы вот уже
предопределенный там молодой человек. Вот, мы только дождались, когда уже я чуть-чуть постарше стану. Вот, ну, Стеценко быстро со всем этим разобрался. Вот, сам определил, что надо, что не надо. А хотя разве сердца легко завоевываются? Конечно, тяжело. В конкуренции, как положено. Свадьба? О, у нас была очень скромная свадьба. Дворец бракосочетания был в шоколадном домике на Печерске. И вот там расписались. Ближайшие несколько, там, я не знаю, десяток, полтора, может быть, там, приятелей, родственников. Самый-самый круг. На автомобиле «Чайка» проехали, как положено, как по городу. Это по тем временам такая роскошь, на «Чайке» проехать. До своєї другої Олімпіади Юрій Стеценко готувався, вже маючи сина. Тому дитячі спогади Кості пов'язані з Матвіївською затокою, купою олімпійських чемпіонів навколо і першими успіхами у веслуванні. Щоправда, свою спортивну кар'єру Костянтин завершив на рівні майстра спорту. Потім з'явилося нове захоплення і мета. Педагогічний інститут, аспірантура і друга освіта економіста-міжнародника. Сьогодні він кращий помічник і партнер батьків у сімейному бізнесі. Коли народився син, це просто от якесь восхищення з однієї сторони, з іншої сторони розуміння відповідальності. То есть человек в таком случае меняется внутренне сразу же. То есть вот рождается человек, одновременно рождается отец. Как раз Костя только родился, и я еще была в роддоме, и интервью какое-то брали у четверных, мира, они только вернулись. И спрашивают его, значит, какое главное событие в вашей жизни? А их наградили, там заслуженных мастеров прислали. Он говорит, самое большое событие – это какое-то, что у меня родился сын. А теперь все так автоматически, да, надо там пеленки где-то там помочь, там где-то прогладить или что там. Ну, короче говоря, на тебе ложится уже целый ряд новых, абсолютно незнакомых для тебя функций, задач. Ну и вообще, как жизнь человека становится уже твоей новой жизнью. То есть он обожал ребенка, абсолютно никогда не было там, что я там великий, или там как это его там пеленки стирать. Это даже нельзя было памперсы, надо было все это сделать руками, и вода горячая всегда нашла. Вот. И когда он приезжал, абсолютно нянька, я заканчивала институт как раз, и поэтому на сессию, когда совпадало, что он был в Киеве, то абсолютно все делалось им там. Тот мне плевал творогов, в общем, такие были у них всегда разборки. Разве дети бывают не гениальные? Конечно, что наш ребенок был самый гениальный. Он родился очень крупным, ну, сразу взрослым, это понятно. Ну, как все дети, нормально. Действительно, очень такой сразу задаток большого человека, крупного, что и подтвердилось потом в жизни. Он был супертерпеливый и очень такой либеральный папа. Ну, собственно, ребенок нам и не доставлял таких хлопот. Методы воспитания, ну, не знаю, скажем, вариантов наказания какого-то я не помню. То есть он, его нельзя назвать как бы чрезмерно, то есть строгим. То есть, скорее так, он старался никогда не запрещать то, что как бы не является чем-то, ну, действительно, ну, опасным, чреватым. Выдающегося Макаренко из меня не получилось, но несколько вещей я все-таки умудрился ему привить. И вот, в общем-то, как пример, когда прививается то, чего ты даже и не прививаешь. Родители старались, как бы, чтобы я мог как можно больше провести времени на море, поэтому они свои отпуска делали как бы по очереди. Там, условно говоря, я уезжал первыми, там, допустим, с бабушкой или дедушкой, потом я оставался, там приезжала мама, потом, допустим, она уезжала, приезжал папа. И я как бы там мог все три отпуска подряд провести на море. Вот. Ну, скажу честно, с ним было интереснее всего. Я более эмоциональна и могла более, так сказать, нервно что-то комментировать. Он в этом отношении очень хороший папа, удобный. Ну, он сын наш, ведь в нем есть и мамина
в нем больше темперамента, чем во мне, такая взрывной такой вот. Но в то же время он может, вот как я называю наши виды спорта лошадиными, он тоже может вот встать и делать какое-то дело, если нужно, вот, то он не будет считаться ни с чем, ни с часами работы, ни, если нужно, там, ночь, утро, день, все, то есть пока меня с ним вот, не добьет, может проявить такую уникальную выносливость в достижении цели. И он, ну, я считаю, что он действительно объединение наших характеров. Теперь Юрій Стеценко уже двічі дідусь. Щоправда, лише номінально. Навіть онуки Настя і Саша сприймають його швидше як друга, з яким можна побігати, побавитись та перевернути все з ніг на голову. Їх сім'я взагалі унікальна. Прадідусь та прабабуся, Тетянини батьки, давно справили свої 80-річні ювілеї та відсвяткували 65-ту річницю весілля. При цьому вони почувають себе молодими і здоровими. Прадідусь, до речі, також колишній спортсмен, ще й досі дивує правнуків прийомами східних єдиноборств. Що ж тоді казати про Юрія і Тетяну, які сповнені енергії, нових творчих ідей і сподівань. А ми ще такі дідушки і бабушки, або як це, в общем, навіть трудно так назвати, ми так не називаємося в сім'ї для... Ну, только напоминаем, дедушка, бабушка, а так, как Юра, Таня, потому что мы не вписываемся ни в ритм жизни своей, ни в образ жизни, то есть мы еще не стали дедушками и бабушками, поэтому как-то и у нас еще, мы и вот не родились еще у нас дедушка и бабушка. Когда младший внук родился, мы вообще были в Австралии полгода, ну, только по телефону могли там слышать их восторженные вопли. Вот. Сашенька, он Сашенька. Ну, внучка, она как постарше, она как легко учится, ей все, как бы вот такой организатор, она как, собранный человечек. А вот внучек младший, как, это бушебузу, это как комок энергии, вот, который, ну, только посмотрим, это такой, я считаю, что такой маленький ядерный такой реактор бегает. Ты, дедушка, а во что играть любишь? В шахматы. И кто выигрывает? Я, Соня. Мы очень любим с ним играть, он любит с нами играть. То есть мы получаем полное взаимное удовольствие при встречах. Мы их больше воспринимаем как таких, скажем так, друзей взрослых, чем дедушку и бабушку. Ну давай, 3-4. Поехал. Дальше, мы ждем. У нас полный матриархат. Вот не просто матриархат, а полный. Это понятие такое, что вот все, что хочешь, то и делай. Сама придумала, сама и делаешь. Ну и хорошо. И это так вошло как-то так в привычку. То есть я спрашиваю там, вот давай так. А в принципе мне это больше надо просто утвердиться, хочу я так или нет. Но у нас не бывает на этом счет конфликтов. То есть мы вообще бесконфликтные в этом плане. Да вообще мы бесконфликтные люди. Не успеваем. Не успеваем. Надо видать. То есть это тоже своеобразный такой вот момент, что даже находясь все время вместе, мы не успеваем просто этого сделать. Одинаковые у нас вкусы там, относительно отдыха, развлечений, там, поездок, работы, понятий. Ну, каких-то целей установочных. То есть у нас многие наши приятели, друзья удивляются, что столько лет, там фактически 24 часа вместе, как вы вообще можете это... Я, например, с ужасом наоборот думаю, а как можно по-другому? Вода и природа – их спільна стихія. Тому вони давно відмовились від міської суєти і оселились на березі Дніпра. Колись вони приїхали у цей дім просто, щоб подивитись. Та й залишились тут жити.
Після постійних переїздів, відряджень і зустрічей так приємно опинитись у власному затишному будинку і хоча б якийсь час ні про що не думати. Тут вони знаходять спокій, натхнення та заняття для душі. Совершенно неожиданно для себя я оказалась в душе садовником. Вот это пристанище души, когда удается очень редко, правда, к сожалению, здесь повозиться, но я отдыхаю. Это мои друзья такие. Не очень все еще пока удается, но оказалось, что это страшно привлекательная вещь. Вырастить свой цветок, вот, увидеть, как дерево. Там, я с ними общаюсь. Делаю для себя свои философские там какие-то открытия, то есть мне это очень нравится. Вот. А Юра с удовольствием помогает, но, будем говорить так, без инициативы. Это разные барбарисы разных сортов. Красная в ягодах, там еще видно даже, видите, сколько барбарисин у нас там роскошных. Ну, в общем, стараемся так поддерживать красоту нашего маленького заповедничка. Здесь вишня, да, созревает, да, выращиваем, хотя абрикосы, груша будет. То есть мы по результатам, кто на что смотрит. Мне очень нравится наша вот эта зеленая стенка. Здесь 60 туй у нас вот разного размера, а привезли они такие были малюсенькие все. Это все плетущиеся розы, они... То есть летом, конечно, это просто розовая такая шапка роскошная. Жим из четырех цветов, то есть забор весь совершенно роскошный, такой ароматный. А это шелковица, причем очень крупная, черная шелковица. Все лето у нас собственный продукт. Плакучее, это штамбовое дерево. Когда оно с листьями, как сердечки, получается такой зонтик очень красивый. Магнолия красиво цвела уже в эту весну. Маленькая совсем была, но... И вот почечки заложила, пока не померзли, слава богу. Так что, может быть, порадует нас весной опять. А это рододендроны. Роскошные такие цветы. 6 кустов здесь, все разного цвета. Они потом разрастаются, по идее, тут все это будет в рододендронах у нас. Ну, такие есть очень интересные растения. Вот с красными ягодками, и они дают белые цветы. А вот всю зиму стоят с такими красными ягодками и листья не сбрасывают, что в нашей зоне это тоже очень ценно. Если бы мы знали, что она такая симпатичная, мы бы весь забор уже утыкали. Но, к сожалению, садовники из нас никакие. Самообразование. Да, да. Будем потихонечку. Но теперь у нас самообразование, это книжки, читаем, умные названия знаем. Видно, пришло время уже. Душа к земле потянулась. Вони знайшли себе і тепер допомагають адаптуватися до нормального життя колишнім спортсменам. У 90-му році Юрій і Тетяна створили Міжнародну асоціацію ветеранів спорту. Благодійну організацію, яка завдяки учбово-оздоровчим центрам «Енергія життя» дарує своїм підопічним нове покликання та надії на майбутнє. Спортсмени за своєю суттю – люди унікальні. Головне – направити їх енергію у потрібному напрямку. Юрій і Тетяна вважають, що не можна зупинятись. Людина живе доти, доки у неї є улюблена робота, енергія та бажання бути потрібною. В природі тільки чоловік дозволяє собі уйти на пенсію. Ну, де ви бачили, от червяк, там, або якусь там, я знаю, там, блоху, або птицю, або звіря, який йде на пенсію. Природа робить так, що все живе до останньої хвилини своєї существування способна обезпечити себе. Мы, наверное, очень счастливые люди в том, что нам не надо отдельно там работа, отдельно семейная жизнь, отдельно хобби. У нас все это одно, как песня. Я очень счастливый человек, потому что моя мечта и то, что я делаю, это полностью совпадает. «Наше життя – це суцільна імпровізація», жартують Юрій і Тетяна. Вони можуть поїхати у відрядження на тиждень, а повернутися через місяць. Вони сплять не більше 5 годин на добу, а їх енергії можуть позаздрити молоді. Вони не перевтомлюються від фізичних вправ, але їх бурхливе життя тримає в тонусі не гірше, ніж спорт. Тому і виглядають вони відповідно – молодими і завзятими. У них щодня повно нових ідей – від влаштування веселих сімейних свят –
до глобальних проєктів, як зробити сучасне життя хоча б трохи кращим.